Это трейд-ин от Уралавто. И не надо трейд-ин путать с базаром. Я не буду говорить, но из истории русского языка. Базар — это два дурака. Один продает товар и подчас не самый лучший. Другой покупает товар. В некоторых случаях, используя пробник, скидывая цену. Здесь вообще все по-другому. Во-первых, у вас покупают автомобиль, посмотря и проверив его на стенде и прокатившись. То есть это уже не дурость. А затем, проведя весь цикл работ, заменив все, что реально устало, на новые агрегаты, и идет ваша качественная продажа. То есть это не вы уже продаете, это уже продает компания. И если вы не то, что было описано ранее, то за лучшими машинами приезжаете в Уралавто. Мне кажется, что эта машина красивая. Очень безупречный автомобиль. О! Да? Могу я купить? Конечно, безусловно. Давайте зададим вопрос. Если я машину беру здесь, я спокойно еду? Да, без каких-то либо проблем. Каждый автомобиль, который приходит к нам, он проходит техническое обслуживание. Осмотр автомобиля. Все ли с ним в порядке? То есть можно говорить, что это, в принципе, лучший вариант? Да. А другие машины? Тоже все машины также проходят проверку. И все автомобили, которые у нас есть, это самые хорошие автомобили. Об этом можно говорить с точки зрения вот с такой? Вот с такой точки зрения, да. Теперь про базар далее ответим. В базаре, ну, нет кредитов. Я уже вам показал, что хочу. Зачем мне впариваться? Вот сумма, которая мне нужна. 2500 рублей в месяц на 3 года. Для пенсионера это можно себе позволить. И здесь это можно сделать легко. К слову о том, что такое базар. Холодный. И это не место для нормальной работы. У нас холод на базаре почти полгода. Здесь в Уралавто холода нет. Хотим получить достойный для нас кредит, так лучше трейд-ин. Как меня слово англицкое заколбасило. К слову, я хочу купить машину, хоть и поезженную, но сделанную для идеала. И вот тогда Уралавто. Когда существуют банки, они могут же дать. Вы можете взять товар в кредит. Какую сумму не достает, пожалуйста, взяли. Есть возможность, погасили досрочно, выиграли проценты. Нет полной возможности погасить досрочно, частично досрочно погасили, опять же выиграли. Как бы чем, ну кто сейчас в наше время займет деньги? Только банки занимают, да? Да, потому что ну, нет богатой тети. А вообще ее нету, да? По сути событий, да? Оно не всегда же такое получается, что у меня есть целиком достаточно приличная сумма на машину. Не будем говорить об этой сумме, будем говорить о том, что, допустим, ну, не хватает там 1200, 250, 300. Это же можно сделать? Да. И насколько это быстро можно сделать? Ну, в банке «Ренессанс» это за полчаса решается. Еще и работающие пенсионеры, то, пожалуйста, возраст у нас до 65 лет. Так, добро пожаловать в Уралавто. Оформляйте кредит, берите себе замечательную машину. Да, сидим, ждем. И почему мы говорим об Уралавто? Мы за качество отвечаем. Потому что это машины из лучших и не ломающихся. И это Уралавто. Нет, конечно, машины ломаются все, но в меньшем количестве то, что продает Уралавто. И забота о вашем поездившем коне здесь тоже на уровне. А в связи с тем, что я по сути в идеале для любителей старины, я вижу удовольствие. И хочу иногда и новинки, и они здесь есть. А иногда и то, что БУ, и это тоже Уралавто. Отличный вариант, да, вот отличный вариант. Я просто смотрю рекламу, да, везде и всюду. И везде и всюду мне вот говорят, что вот зайдите к нам, у нас там 600 машин всяких. У вас не 600 машин, вообще как бы 600 машин еще и обслужить надо, правильно? Правильно, конечно. То есть человек к вам приезжает, да? И я сейчас объясняю ситуацию. Я, допустим, ну, иногда случается, не хочу залазить в кредит вообще. То есть у меня есть сумма примерно 500 тысяч рублей, да? Могу ли я к вам прийти? Да, конечно, можете. А если чуть-чуть не хватает, ну, давайте не будем говорить о сумме большой, да? То есть я обратил внимание, что у вас есть очень хорошая машина, да? Которая, в принципе, и в идеальном состоянии должна меня радовать. 1150 можно оформить? В кредит? Да-да-да. Да, конечно, можно. А теперь вопрос возникает следующий. Если машина к вам пришла, в каком состоянии я могу на нее ехать? То есть я пришел в автомобильный салон. Автомобильный салон – это лучший салон, потому что я работаю с Уралавто, и, в принципе, сама ситуация, когда моей программе 18 лет, то где-то лет 15 мы только с Уралавто работаем. То есть вы понимаете, да, о чем идет речь. То есть мы работаем
для населения. Мы никуда не сваливаем, это нам необходимо. У нас работа все идет. То есть я пришел в отличный салон. Я могу взять вашу машину и спокойненько на ней также продолжать ехать. Да, конечно, любой автомобиль у нас перед продажей проходит технический осмотр. Если какие-то запчасти требуют ремонта, мы их меняем, делаем. Потому что я и говорю, что вы это делаете. Я вот думаю о том, кто рекламирует 600 машин, делают ли они это? Не могу сказать, честно сказать. Ну, будем говорить, что это ихняя проблема, да? Если мы пришли к вам, пункт номер один. Если бы я хотел сдать свою машину, я тоже могу сделать? Да, в обмен на любой наш другой автомобиль, который понравится клиенту, можно. И вообще надо понимать о том, какие машины вы продаете. И даже если это бушные машины, то они в идеальном состоянии будут работать долго и долго. Вы хотите купить машину? Это, по сути, делает каждый. Если у вас с мозгами все круто, есть возможность сделать, то это базар. Хотя, в принципе, зачем? Магнитогорский базар дешевым не назовешь. Если не хотите париться, то Уралавто. Берем то, что хотим, оформляем кредит, катаемся, причем без всяких понтов. Ну, типа GPS, прокладка маршрута по карте. Да и ценники не такие, как в других центрах. И катаемся легко, годика так 3, не задумываясь об обслуге. Просто меняем масло, фильтры и колодки. А без этого, извините, нормально ездить не получается.